Всем привет, ребят! Ну что, готовы к новым скинам? Сейчас вам покажу их в действии, как они выглядят. В принципе, интересно было посмотреть на бабульку. Почему? Потому что у нее как бы основной у меня талантик утекания. Хочу еще сделать ее, попробовать с порочным пактом. На максималке посмотреть, так как она дамагер просто бешеный. Интересно будет, тоже она все-таки дальше будет вытворять. Ну а Сурик, конечно же, тоже с некоторыми кучу талантами. У меня он здесь, по-моему, со священным огнем, если не ошибаюсь. Тоже хочу посмотреть на него в действии, как он будет выглядеть. В общем, поехали. Ставим сюда. Уже у нас будет теперь в конце вот так вот. Так вот он будет выглядеть у нас. Сейчас мы посмотрим на скилл действия. Будет подобрать. Так, и бабулька сразу же. Чем хорошо то, что можно себе, я не задумывал, что-то интересное облепить. Давайте сразу же порулим. Тяжелый удар. Ну, грубая сила. Замедление даже тоже, в принципе, как вариант. Утекание опять. Так, корка. Там можно корку поставить, прокачать. Так, ладно, что-то не падает то, что нам надо. Поехали, посмотрим в действие. Оу, оживо. Это, кстати, интересно. Поставить на Сурика. Он будет пакостить только так, ремку рунами. Так, ладно. Смотрим на них, как они теперь будут выглядеть. Ну, прикольненько, я вам скажу. Не знаю, как будет сейчас действие, но вот, если так смотреть, прорисовку, конечно, прикольную сделали. Так, давайте поставим им ремочки. Чтобы сразу включился Асурик. Махатме можно поставить. Не знаю, что там. Давайте поставим утекание. Обратно вернем. А тут поставим выживание. Мало ли. Ну, let's go. Начнем с рейда. Надо будет еще сегодня пару девяток качать. Подумать только кому. Так, ну давайте со Сурика начнем. Вот он включился. Посмотрите, как его умение работает уже. Прикольненько. Ну, поменялось, как бы визуализация хотя бы поменяли. Вот это радует. То, что они не забили, как у некоторых героев. Это было. Посмотрите, как четко. Он и так, в принципе, мне нравился и без скина, как работает его плантик. Но тут, конечно, тоже неплохо проработали. Посмотрите. Жестко, конечно, он выносит. Просто жесть. Круто. Поехали, смотрим на второго героя. Это у нас бабулька. Это еще дополнительное усиление ее базы.
сейчас попроще найти какую-то расту. Вот, в принципе, неплохо. Ух ты! Похоже, как на удержимого. Блин, ну круто смотрится, посмотрите. Блин, вообще четенько. Ну, не знаю, я, конечно, в шоке с этого. Ну, блин, понравилось. Вот что-что, да, там скина Сурика, это такое, а вот Махатма, посмотрите на это, ну это реально круто смотрится. Красота просто. Они сделали продолжение типа ее руки, этой руки убивашки. Ну, забрали у нее энергию. Круто. Однозначно лайк. Ну, с вас, ребята, по лайку. Напоминаю, конкурсы идут еженедельные по ЮАСКе. Запишу вам сегодня видео отдельно. Покажу, что надо сделать. И буду каждый раз вам долбить. Конкурсы идут. А то многие спрашивают, что за конкурс. В общем, что могу сказать? Круто. Однозначно круто. Вот посмотрите, она ускорилась, и просто жесть, что творится. Сейчас обоих их выпустим. Вот где-то приблизительно вот так вот они выглядят. Да, в принципе, очень-очень круто. Не знаю, напишите комменты, как вам. По поводу обновы, там, конечно, жесть. Я вот дальше вник, то что на английском сервере сейчас. Сейчас даже, может, зайду, вам покажу. По поводу обновы. Конечно, весело будет. Также надо будет сегодня потестировать новые таланты, новые рунки, эмблемки точнее, ну, эмблемы и новый талант. Думаю, вечером затестим, потому что у меня там и куча видосов висит прошлых. Есть у меня новые таланты, не один уже, есть эмблемы новые. Где там наши эмблемы? Эмблемки. Вот есть тройки, четверки. Надо будет разобраться. В общем, вот так вот. Ждите видосов. Так, поехали. Сейчас вам покажу на английском сервере. Сегодня, кстати, обнова. И у нас будет куча-куча нового. Куча нововведений. Сейчас вам так вкратце. Еще там есть дополнительно, по-моему, по атаке фортов. Сейчас покажу. Так, рынок тут сегодня не включали полностью. Видите, на одну. Я не знаю, или не дополнят его после обнова. Так, идем сюда. Сейчас вам точно скажу, что у нас будет. Видите, вот у нас поменяли в турнире героев то, что я показывал, прохождение. Вот новые эти могут выпасть с тяжелого прохождения, то есть с тяжелого уровня. Волна добавилась. Уровень рун можно до 8, талантов до 9, до 9, новая судьба, это показывал. Вот, новая карта. Новая карта будет и новые линии, новыми линиями, новыми эсетикс, честно говоря, не знаю, ну, новыми, наверное, башнями. Так, также мы должны будем согласиться с политикой приватности IGG. Новый талант.
Так, новый скин Киборг Слеер и Грамову. Это я вам показал уже. Новый герой Командора будет у нас называться. Так. Увеличивает атаку героев на несколько секунд. Также отражает, что ли? Атакует атакованный герой. Еще раз. Зоне. Короче, посмотрим. 0,5 секунд кулдаун, кстати. А вот самое интересное, что у нас добавится новая карта на атаке фортов. Вот это будет, думаю, очень интересно. Падают там новые плюшки. Ну, в общем, вот так вот. Еще новое, чего я не знал, это то, что будет атака фортов изменена, и это очень радует. Вот так вот. В общем, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока. Я побежал работать.